Вы в безопасной зоне. И снова здравствуйте, жители Нью-Йорка. Вы слушаете, представьте... Если чего-то нет, оно вам ни к чему. Радио, вещающий из самого центра Манхэттена. Не нравится? Начните свой подкаст. Мне конкуренция не помешает. А то уже надоело быть лучшим ведущим просто потому, что других ведущих у нас нет. Сегодня вас ждет небольшая научная лекция. Природа не терпит пустоты, не терпит вакуума. Вакуум засасывает. Суть в том, что если где-то есть пустота, то кто-то или что-то будет ее заполнять. Это закон физики. Его не отменить, как ни пытайся. И мои источники сообщают, что пустота на месте Чарльза Блисса в командовании батальона уже заполнена. Я еще не знаю, кем именно, но парни в клевой форме цвета хаки снова получают от кого-то приказы. Возможно, это плохие новости для всех нас. Знаете, как ни странно, я немного скучаю по Блиссу. Нет, не поймите меня неправильно. Мир без него стал лучше. Но он произносил такие напыщенные речи по громкоговорителю, у него был такой серьезный вид, что над ним было очень весело насмехаться. Полагаю, за его устранение мы должны сказать спасибо спецотряду. Но не думайте, что они сделали это по доброте душевной. И помните, враг моего врага может навести оружие на меня, как только наш общий враг окажется убит. Самая классная сделка. Агент, приятно познакомиться, и полагаю, это взаимно. Тебе наверняка доводилось видеть меня в моем легендарном образе. Я играю спецагента в популярном телесериале, так что хорошо представляю себе, какие чувства ты сейчас испытываешь. Я буду снабжать тебя информацией. Зацените мой товар. Чё ищем-то, а? Мы предлагаем только лучшее. У нас самый широкий ассортимент.
Заходите в любое время. Зацените мой товар. Чё ищем-то, а? Агент, нам сбросили ящик припасов. Нужно забрать его срочно. Нам это по силам. Внимание, вы выходите из безопасной зоны. Внимание, приближается противник. Ведется огонь. Тревога. По припасам ведется огонь. Противник.
6 серии 3 сезона. Может, потом замолвишь за меня словечко перед продюсерами? А знаешь, давай пообедаем с тобой где-нибудь, когда это все кончится. Всем опергруппам. Нападение на гражданских у тоннеля на углу 39-й, западной и 10-й. С этим надо разобраться. Давай. Прикинь, на нас нападут, а ты дрыхнешь. А ты чё, главный? Меня ни одна сволочь не убьёт. Запрошены подкрепления ОТГ. Внимание! К вам приближается противник. Спасибо, агент. Благодарю за помощь.
А теперь в прямом эфире Синди из Нью-Йорка. Синди, что скажете о том, что сейчас происходит в городе? Стивен, тут в тоннеле Линкольна просто ад. Люди пытаются прорваться через блокпост ОТГ, пока его не перекрыли на неопределенный срок. Никто не знает, сколько продлится карантин и как ЦЭРа будет помогать тем, кто не успеет уехать и рискует остаться без отопления и электричества. Здесь кипят страсти, это еще мягко сказано. А что станет с теми, кто не успеет пройти через блокпост? У вас есть какая-нибудь информация? ОТГ молчит, но если честно, ситуация... Агент, противник на складе ЦЭРа на 40-й улице. Требуется помощь спецотряда. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Внимание! К вам приближается противник! Мародёрам всего этого! Приближается противник! Хорошая работа. Спасибо, что вытащили оттуда наших. Удачи вам там. Они все матерые мои.
Они заплатят за эту вещь. Чувак, давай быстрее. Не нравится мне будет. Не ссы. Я сейчас. Это место наше!
агент. На людей нападает некий шалопай. Пресеки это. Кстати, ситуация напоминает эпизод из нашего второго сезона. Агент, у нас тут какие-то проблемы с коммуникациями. Разберись, в чем дело. Таких сцен у нас в сериале не было, так что тут я тебе помочь советом не смогу. Говорю тебе, в батальоне одни психопаты. Я беру... нету! Пора с тобой кончать! Это место на Ленинске! Вот черт, его убили! Со вчерашнего дня у нас 3 новых трупа. В мешках, обеззараженные. Ладно, пришлем транспорт в течение часа. Супер. Если честно, я не понимаю, как вы держитесь. Лично я уже почти... Минутку. Тут что-то происходит. Сэр, сюда нельзя! Это официальное отделение ЦЭРа. Вам следует... Отойдите, и тогда никто не пострадает. Нам нужны только припасы. Не надо! О, боже! Боже! Thank you.
На высоте. Но я хочу тебя сразу предупредить. Не думай идти в актеры. Всем очевидно, что ты прекрасный агент, а актеров такого амплуа и так полным-полно. В спецотряде ты принесешь гораздо больше пользы, чем на телевидении. Вы вошли в безопасную зону.
товар. Все, что вам нужно. Самая классная сделка. Что-то ищете? Хотите услышать хорошую новость? Я тоже. Но мы имеем то, что имеем. Нью-Йорк, это дядюшка Рик Валесси и подкаст «Представь себе» с новостями, которых больше никто не напечатает. И не потому, что сейчас вообще ничего не печатают, это просто фигура речи. Боже, если я буду объяснять подобную ерунду, я стану психом, таким, каким меня и считают. Соберись, Валесси, ты нужен людям. Да поможет Бог этим беднягам, кто бы они ни были. Итак, сегодня у меня для вас есть один служок. Один из тех противных и жутких служков, которые рассказывают друг другу шепотом, когда говорят... О самом плохом, что о, только вам может понравится. Произойти. И чтобы больше никто не слышал. Если чего-то нет, надеюсь, оно вам ни к чему. Мы готовы. Итак, в Эссайте говорят, что зеленая отрава не просто была создана в лаборатории. Надо будет, что из оружия. Заглядывайте. Все еще существует. Где-то остались инструменты для создания чудовищной заразы. Так что если кто-то по каким-то причинам захочет создать новую ужасную болезнь, чё, стоим, он, кого ждем? Сможет это сделать. Давайте-ка посчитаем психов, которые бегают по городу. У нас есть батальон, есть беглые зэки, есть огнеметчики в химзащите, есть ОТГ и безымянные правительственные агенты спецотряда.